Разбитая маршрутка и несколько потерпевших – это результат произошедшей аварии. Происшествие случилось в Рязани в один из самых оживленных периодов времени, когда все люди спешат на работу примерно в 9 утра. Место аварии – маршрутного такси и троллейбуса, остановка УРТ в городе Рязани. Повреждения маршрутки видны очень хорошо. Она с большой силой въехала в стоящий на остановке троллейбус, который в этот момент высаживал пассажиров. Ко времени приезда съемочной группы троллейбус уже был убран. Производился отгон маршрутного такси для того, чтобы освободить дорогу для транспорта. По предварительным данным, водитель маршрутного такси, выезжая к остановке, начал притормаживать. Однако скорость его движения не позволила ему полностью остановиться, в результате чего произошло столкновение с троллейбусом, который находился на остановке, осуществляя высадку пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия в маршрутном такси 6 человек получили травмы различной степени тяжести, двое из которых госпитализированы в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Свидетелями этой аварии стали многие граждане нашего города. Некоторые из них поделились своим мнением по поводу произошедшего. По их словам, они совершенно не удивлены тому, что одним из участников аварии стала маршрутка. Ведь часто водители маршрутного такси достаточно ярко проявляют себя с помощью лихой езды. В результате многие пассажиры часто испытывают страх при поездках на этом виде общественного транспорта. Ну, небезопасно, потому что все знают, как они ездят, как бы, и даже на ходу кто стоит, все падают. Это очень... надо следить за водителями, как они водят, их специально проверять надо. Но у них как гончая езда, они между собой соревнуются, как бы вообще пассажиров не уважают. Небезопасно, потому что правила нарушают, правила дорожного движения. Обгоняют, на встречку выходят, и едешь и боишься, особенно за ребенка. Резко тормозят, и приходится держать ее, чтобы не ударилась, не стукнулась. Поскольку маршрутное такси априори является довольно быстрым транспортным средством, пассажирам в любом случае следует быть как можно аккуратнее. И хотя в маршрутках существуют ремни безопасности, не все ими пользуются. Так что гражданам остается держаться крепче, а водителям стараться соблюдать скоростной режим на дорогах города.